Ушли в прошлые времена, когда из села ехали за образованием в столицу. В Батыревском районе выстроили такую многоступенчатую систему получения знаний, что в нее оказались вовлечены даже самые маленькие жители. Около 2000 детей посещают дошкольные заведения, а почти 4500 ребят ходят в школы. Детский сад в центре Батырева заполнен до предела. С рождаемостью здесь все в порядке. Детский сад рассчитывали на 276 детей. Детский сад большой, светлый, яркий. Посещаемость детский сад хорошая. У нас огромный пищеблок, замечательный пищеблок. У нас работают 5 поваров. Я думаю, что детям и родителям нравится, как мы готовим еду для детей. Татарско-Сугутской средней школы жители района гордятся особенно. Помимо учебы, ребята осваивают здесь прикладные дисциплины. В жизни все пригодится. Учащиеся здесь занимаются на уроках технологии. Мальчики отдельные, девочки отдельные. Для мальчиков есть у нас отдельная мастерская. Девочки здесь комьюнити домоводство занимаются. Кроме этого, дополнительно для них работают кружки рукоделия, шитья, кройки и шитья. И еще у нас работает кружок вязания. И здесь рядом есть еще кухня у нас. Они занимаются, готовят пищу. Салаты делают, выпечку пекут. И иногда делают такие праздничные торты. Очень любят заниматься ребята и физкультурой. Новый спортзал стал местом притяжения для школьников. Я люблю очень учиться. Я люблю заниматься спортом. И если занимаешься спортом, надо быть здоровым. Спортзал новый. Я очень люблю заниматься на мате. Я очень люблю спортзал свой. Ребята наши очень любят спорт. В школе постоянно проводятся разные мероприятия, кроме уроков физкультуры. Работают спортивные секции, особенно секции такие, как борьба, национальная, вольная борьба. В основном в системе образования Батыревского района работают молодые специалисты. Более 30% учителей имеют высшую квалификационную категорию. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.